Число жертв обрушения моста на востоке Индонезии во вторник достигло 18 человек. Об этом сообщили местные власти. Еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Семеро находятся в больнице. На месте трагедии продолжают работать поисково-спасательные команды. Сегодня члены спасательной команды будут нырять в реку. Мы также подготовили для этой операции несколько буксиров. Подвесной автомобильный мост в провинции Восточный Калимантан обрушился в субботу вечером. Он являлся самым длинным в индонезийской части острова Борнео. Его протяженность составляла 720 метров. Мост соединял между собой два города, и движение по нему было достаточно интенсивным. В качестве временной альтернативы для тех, кому необходима переправа, власти выделили два парома, за что местные жители очень благодарны. Поездка на пароме заняла 15 минут. Я рад, что они предоставили нам эти паромы, чтобы принять подобных мне пассажиров. Причины обрушения моста пока не называются. Местные власти говорят, что ведут расследование.